Всем привет! Показываю вам зарядное устройство от прикурителя автомобиля для USB устройств. То есть, если у вас есть телефон, который заряжается, или фотоаппарат, который заряжается от USB, то есть мы вот эту штучку втыкаем в прикуритель и получаем USB выход, то есть для зарядки вашего устройства. Что могу сказать? Здесь вход идет на 12 вольт. Вот input, output, выход, и получаем 5 вольт на 1 ампер тока. Вот. Ну, используемое очень просто. Данную вещь заказывал себе из автомобиля, то есть для зарядки. Вот такая простая штука. Цена недорогая. Вот. По поводу всех вопросов, если какие-то у вас вопросы возникнут, можете написать мне в личку. Отвечу, проконсультирую по данному товару. Видео подготовлено для группы Style Gadget.